Народ, всем привет! С вами Оксида. Сегодня мы с вами посмотрим небольшой инди-хоррор, который называется Resolute Dark. Полная тьма. В этом инди-хорроре мы будем играть за ребенка, который должен исследовать дом свой, попасть в комнату к родителям и вообще узнать, что же тут творится. Ну, во всяком случае, это я поняла из описания к данному хоррору. Давайте начнем. Ну, кажется, просыпаемся у себя в комнате. Жуткий голос говорит нам, что мы должны взять фонарик на полке. Ну, как тебе сказать, мальчик? Давай лучше мы с тобой будем дальше спать. Потому что, честное слово, вот если ты слышишь голоса в своей голове, тем более такие жуткие, то ничего хорошего быть не может. Ну, реально. Так. Теперь мне нужно проверить... Что мне нужно проверить? Клоузет. Ну, клоузет это, по-моему, шкаф. Шкафов я тут, честно говоря, не вижу. Holy shit. Кто рычит? Ладно, пойдемте отсюда. Хотя, мне кажется, тут весь дом какой-то жутковатый. Народ, я не понимаю, что говорит этот жуткий голос. Я так понимаю, что он говорит нам не бояться, что, типа, все окей. И, типа, с родителями все будет в порядке. Но я что-то в этом не уверена. Это их комната, нет? Потому что такие крики тут неспроста, я думаю. И во всем, наверное, виноват вот этот жуткий голос. Ну, да, кому же... Что это? Я не знаю, что творится. Давайте ходить по всем помещениям. Ванная. Ну, я думаю, мыться сейчас с тобой не будем. Туалет. И чё? Ну, ладно. Хорошо. Хотя, честно говоря, что-то ничего хорошего. Это что? А. Так, это что, батарейки? Я не могу их взять почему-то, ребят. Ну, наверное, потому что у меня еще заряжен фонарик. Это что тут за такие? Закрыто. Damn, that's locked, bro. Прикольный комментарий. Так, куда теперь? Давайте сюда. Это, по-моему, у нас кухня, что ли? Какая-то гостиная. Откроем. Чё тут? А, вот у нас кухня. Здесь что-то у нас, видимо, есть, но я просто не могу это взять. Ну, ладно. Погодите. Чё тут? Place the chair. Ну, он и так поставлен. Я не знаю, что сюда можно еще ставить. Заткнись, голос. Заткнись. Заткнись. Я тебя умоляю. Там что-то лежит, ребят, но я не могу это взять. Ты откроешься? Я не знаю, я не могу тут взять. Тут и там явно что-то есть, вот я вижу, но, блин, я не могу это забрать. Может быть, нам потом это понадобится, блин. Ну, давайте вот сюда сходим. Что это? Что у нас тут? Мы что, круг какой-то сделали? А, ну да, мы сделали круг. Это что? Ой, щучу. Тихо. Окей, ладно. Внезапно! Я ожидал увидеть в этой игре абсолютно все, но только не анимешную девочку. Офигеть.
Сколько кавая в одной игре. Жуть. В общем, я так поняла, нам нужно найти ключ от спальни родителей наших. Этот ключ находится где-то в подвале в каком-то, я так поняла, сказал этот жуткий голос. Пошел вон. Че тут у нас? Постройка. О, давайте сюда заглянем. Ясно, 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 ясно. Я поняла тебя, спасибо. Я, конечно, не понимаю, что ты говоришь, но у меня создается впечатление, что мне нужен ключ. И здесь. И здесь мне нужен ключ. Пипец, короче. А, вот, 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 я вижу ключ. Давайте мы его возьмем. Small Grey Key. Я так думаю, это вот отсюда у нас. Этот ключик. Давайте мы применим его. Пока нас не сожрали. О! Блин, неужели так дверь эта открывается? Чуть-чуть. Вот, блядь, я вообще не понимаю, что говорит этот жуткий голос. Он страшный, но я не понимаю, что он говорит. Серьезно. Ребенок, вообще какая твоя мотивация? Спал бы и спал бы дальше. Так, тут у нас что? Еще один туалет. А, блин, ну ладно, хорошо. У них на каждом этаже по туалету. Это очень удобно. Так, это что? Beautiful painting? Блин, кто это рисовал? Ой, а чё там на полу? Ой-ой-ой-ой. Они ядовитые. Bug spray from a garage. Отлично. А где гараж? Где гараж-то? О, какой-то ключ. Золотой ключ. Иди к... Куда идти? К задней двери? А где эта задняя дверь? Вот это что? Ой. Какая тень? Ой-ой, ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой-ой. Где? Куда? Не, реально, народ, куда мне? Я запуталась, я не знаю, что мне делать. Какая-то тень, которая меня убьет. Я играю что, за Даниэля? За которым тень там все бегала. Так, я не сюда. А, вот лестница, лестница. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Не сюда, 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 сюда. Блин, какая жопа, извиняюсь. Это я вообще открыть не могу. Так. Где этот гараж? Мне нужен гараж. Анимешная девочка, скажи мне, где тут гараж? Пипец, короче, народ. Ну, он явно не на улице, я так понимаю. А! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, не рычи. У вас собака, что ли, тут живет? Так, блин, я хожу кругами. Погодите. Я явно хожу кругами. По-моему, здесь, что ли, была какая-то дверь? Нет? Нет, это выход. Вашу маму. Я запуталась. Серьезно? Тут такая темень. Блин, я тут уже была. Это что ли? Гараж, 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 гараж. Какому-то мужику явно плохо. Тихо, тихо, тихо. У тебя в доме посторонний мальчик. Родители почему-то заперты. Почему-то они кричали, непонятно почему. Блин, я запуталась! Черт!
Что мне нужно делать, ребят? Я так понимаю... Так. А, это у нас дверь вниз. Все, мы здесь и были. Нам нужен гараж. Кто-нибудь мне может сказать, где здесь гараж в этом грёбаном доме? Да-да-да, спасибо, жуткий голос. Оу, щит! Да какого хрена? Кто там роняет чего? Блин, ребят, я не знаю, что мне делать. Серьезно. Я запуталась. У меня скоро сдохнет фонарь. Хотя, по-моему, на втором этаже там где-то были батарейки. Так. Это кухня. На кухне гаража быть не может. Это столовка. В столовке тоже вряд ли может быть гараж. Ну только если где-то здесь. Это гостиная. О, щет, какого хрена? Какого хрена? В кубе. Блин. Это нечестно, ребят. Серьезно, это просто нечестно. Хорошо, давайте попробуем спуститься сюда. Может быть, я здесь пропустила какую-то дверь? Нет, там какая-то тень у нас ходит. Так, сюда я не проберусь. Мне сюда? Блин, я испугалась этой хрени. Может быть, это гараж? Да не похоже. Ой. Прекрати. Да, тяжело быть бестолковым. Вот, ну, серьезно. Очень, очень тяжело быть бестолковым человеком. Так, а что у нас вот тут? Может быть... Где-то здесь что-то у нас лежит. Не, мы здесь ключ, по-моему, брали, да? Золотой. Ключик. Как Буратино. Вопрос, куда мне его применить? Я так поняла, в гараж. Ну где гараж, маму вашу? Там пауки эти долбанные ползают. Значит, мне явно не сюда. Хорошо. Тогда где в этом доме этот долбанный гараж? Ну, почему вот это вот эти вот двери не открываются? И хватит там шуршать! Все, наконец, заткнулись наконец. Блин, я не поверю, что у них гараж на втором этаже где-то. Я просто не поверю в это. Хорошо, ладно. Раз мне так настоятельно рекомендуют идти наверх, то пойдем наверх. Пошел вон. Почему я не могу взять эти батарейки? Да что, что? Вот ну что это за звуки? Кто тут вообще? Это просто ванная комната. Причем такая довольно большая, хорошая. Я даже завидую. Потому что у меня, допустим, ванная комната небольшая. Так, окей, хорошо. Ребенок. Ребенок. Чё тебе не спится, вот скажи мне. Так, мы, по-моему, вернулись в нашу комнату. По-моему, это наша была комната. Чё свалилось? Монетка? Ну, ладно, окей. Так, мы вернулись опять к батарейкам. Закрыто. Не поддается, не открывается. Так, а тут у нас чё?
Блин, я хожу кругами. Я вот, ребят, я реально, я ничего не вижу, что тут творится. Тут творится какая-то жесть. Темно. Как, не знаю, на дне земли. Старая шутка, ну блин, сюда она подходит. Вот это не открывается, по-моему, не откроется никогда. Не, я, по-моему, ничего не брала. О, щит. Я не брала никакого этого репеллента, или что там надо взять против этих пауков. Поэтому если я туда сейчас приду, так меня просто покусают. И все. И на этом дело закончится. Вы, конечно, извините, что я тут просто хожу, брожу, но, блин, я ничего не вижу. Я серьезно, я не вижу ничего. Я возвращаюсь все время к этому шкафу, или что это вообще. Я вообще в этом доме первый раз. Где? Ну вот этот гараж. И что? А что ж мы тогда за ключ нашли? Что это тогда был за ключ? Скажите мне, пожалуйста. Я не понимаю. Может, мне кто-нибудь объяснит? У меня почти кончились батарейки. Где мне вообще что искать? Я запуталась. Я думала, я нашла уже этот ключ от гаража. Оказывается, нет. А, ребят, точно. Погодите. Я занята. Точно. Мы же... Где-то... Блин, не застревай, пожалуйста, мальчик. Точно, точно. Так же на кухне у нас... вот, да. Вот, да. И, по-моему, что-то вот там у нас... You set the chair down? И что? Я очень рада. Что это за хрень? Что это? Спасибо. Дальше-то что? Я хочу взять предмет, который... Блин, у меня еще и FPS проседает в данной игре. Какого хрена? У меня погас фонарь. Я ни хрена не вижу. О, да. Видимо, сейчас произойдет что-то очень страшное. Да пошел ты! О! Да какая хрень. Да, я без фонаря, ребят. Здесь темно, как не знаю у кого. Да. И у меня прыгает... Ага, все, отлично. Видимо, я что-то взяла. Ох, теперь бы, пожалуй, бы... Как-нибудь путь бы найти, что ли? Не, я ничего не вижу, серьезно. Правда, я ни хрена не вижу в этой игре. Где дверь? Какая дверь? Ничего не вижу. Серьезно, ребят, это какой-то кошмар. Я куда-то иду. Куда я иду, вообще непонятно. Что это? Вот это вот что такое? Оу, щит. Ну-ка. Так. Это уже какие-то бродилки в темноте просто. Серьезно.
Мальчик, почему ты не запасся батарейками? Они ж там лежали на полке. Серьезно. Так, народ, я ничего не вижу, поэтому смысла проходить мне это дальше сейчас нету. Давайте мы сделаем так. Я ее перепройду до этого момента, возьму ключ от гаража, и потом тогда будем с вами дальше все делать. Потому что, ну, бессмысленно. Вы ничего не видите, я ничего не вижу, и, соответственно, никакого удовольствия от процесса игры нет. Давайте я сейчас вернусь через пару мгновений. Прозвучал жуткий голос и сказал, что я могу открыть дверь от гаража. Ну, спасибо ему за это. Чё я могу сказать? О! А вот он. А теперь пошлите отсюда. Я хочу поскорее закончить эту игру, потому что, видимо, вот этот вот момент, ребят, здесь был какой-то с багом. В общем, стул, который там нужно было поставить, он уже стоял. И непонятно было, что там нужно делать. И to destroy. Круто. Я уничтожила всех пауков. Хорошо, отлично. Now you can finally seek shelter in your parents' room, boy. I admire your bravery, but I feel like it's not enough. И чё? Это значит, что я могу возвращаться в комнату к родителям? Ну круто! Не, я чё, я только за, я рада. Мы взяли ключ, что ли, откуда-то? Я даже не поняла, что мы его взяли. Ну хорошо, пошлите. Пойдемте, пока у нас не закончился фонарь. А то мне как-то ходить, бродить здесь по полной темноте не хочется. Пойдемте посмотрим, что стало с родителями. Ну, мне кажется, там все печально. О! Я открыла дверь. Я не управляю сейчас этим мальчиком. По-моему, приехала полиция. Или кто-то. Что здесь происходит, сэр? Ребят, я не знаю, что это было. Я даже не поняла концовки. То ли их убили, то ли в этого парня вселился какой-то демон или дьявол. Я не понимаю. В общем, короче говоря, ожидала я, честно говоря, что-то большего от этой игры. Не скажу, что в восторге, но стремиться этому человеку есть куда. И это главное. Ладно, ребят, ждите тогда новых каких-нибудь летсплеев от меня по маленьким играм. Их довольно много накопилось, поэтому у нас есть что делать. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Ксида. Всем удачи и пока.